Всем привет, с вами Собин Михаил, и сегодня второй выпуск моей гитарной шпаргалки. В нем я покажу вам основную партию из своей композиции «Эйфория». Чем она лично для меня интересна, это тем, что я ее полностью сочинил, скажем так, в MIDI-редакторе Cubase. По сути, мне было лень расчехлять гитару, но было желание что-то сочинить, и я просто открыл свой ноутбук Cubase, начал ковыряться во всяких VST синтезаторах и придумывать какую-то мелодию. Собственно, вот это соло, которое я вам сейчас буду показывать, изначально я его просто тупо накликивал мышкой, то есть у меня в голове рождалась какая-то мелодия, и я, скажем так, абстрагированно от своих каких-то гитарных навыков, каких-то своих мышечных стандартов, да, которые уже вбиты в руки, в пальцы, придумал мелодию. То есть это, кстати, достаточно интересный опыт, в принципе, мне кажется, для музыкантов, для гитаристов, придумывать мелодию не на гитаре, а именно клавиши, какой-то MIDI-клавиатуре, или вообще просто беря мелодию из головы и накликивая ее мышкой в MIDI-редакторе. И, собственно, я сочинил эту мелодию, а потом пришлось самому же ее снимать. То есть, скажем так, переносить ее на гитарный риф. И, кстати, несмотря на то, что это не какой-то там скоростной пассаж, лично для меня было достаточно сложно его сыграть. Поначалу у меня прям пальцы заплетались. То есть, это прикольно, на мой взгляд, придумать то, что ты даже сам не можешь сыграть, хотя это не что-то там дико замороченное. Все это выглядит примерно так. Надеюсь, вам понравилось, и вы поставите мне за это лайк, и, возможно, даже подпишитесь, если вы еще по каким-либо причинам этого не сделали. Кстати, скоро на моем канале выйдет новое видео, новый кавер на группу Зодиак. Да, снова возвращаемся к корням. Я так подумал, что если мой первый кавер на этот замечательный коллектив набрал уже более 500 000 просмотров, то значит, это вам интересно, и я подумал, что надо вас снова порадовать каверочком на эту группу. Также в комментариях пишите, какие еще партии вы хотели бы увидеть вот в таком вот формате, в этой рубрике «Гитарная шпаргалка». Но главное учитывать, что здесь я показываю исключительно партии из своих треков, то есть из своих авторских и каверов, которые вы можете найти на моем YouTube-канале. Для всех остальных партии есть рубрики «Кочевый рефак» и «Вертушка», которые я уже давно не выпускал. Возможно, я когда-нибудь к ним вернусь, когда мне будет совсем не лениво, скажем так. Все, всем спасибо за внимание, всем пока!